Владимир, 11 лет. Мама говорит, что знает о мне больше, чем я знаю о себе сам. Я ленивый. Я увлекаюсь драконами, физикой, химией, робототехникой немножко, программированием тоже немножко. И математика мне нравится. Я боюсь, не знаю чего. Мечта постоянно меняется. Например, сейчас я хочу космический корабль какой-нибудь построить. До этого я хотел планету найти и трансформировать. И еще раньше я хотела огромную башню построить. Меня делает счастливым моя семья.